Ежегодно Сбербанк России проводит множество различных акций, как для физических, так и для юридических лиц. С 24 августа по 1 ноября в нашем городе проводился конкурс среди агентств недвижимости. Участие в нем приняли более 20 компаний, заключающих договоры жилищного кредитования. Наибольшее количество второй год подряд заключает агентство «Согласие», что в очередной раз доказало профессионализм его сотрудников и руководства. Сбербанк России проводит конкурс среди агентств недвижимости города Нефтекамска, целью которого является наибольшее количество одобренных заявок по жилищному кредитованию. Второй год подряд победителями становится агентство недвижимости «Согласие», с чем мы их поздравляем, вручаем сертификат торговой сети «М-Видео» и желаем дальнейших успехов в работе. Агентство «Согласие» работает на рынке недвижимости не первый год. За это время у него образовалась обширная клиентская база, люди, которые им доверяют. У агентства, зарекомендовавшего себя только с положительной стороны, есть свой стиль ведения бизнеса, свой характер и правила. Агентству недвижимости «Согласие» доверяют и банки, и клиенты. Когда мы узнали о конкурсе, мы никаких новшеств или еще что-то не вводили, продолжали работать в своем стиле, в своем духе, и что привело ко второй победе подряд. Мы очень довольны, рады. Конечно же, мы во всех акциях будем продолжать принимать участие. Агентство недвижимости «Согласие» радо каждому клиенту. Опытные риэлторы подробно ответят на все интересующие вопросы. Профессионалы своего дела, они помогут быстро и выгодно, а главное – надежно купить, продать, выкупить или обменять жилье. Отправить заявку на ипотеку можно прямо из офиса. В часть оплаты принимается материнский капитал. Все сделки проходят с юридическим сопровождением, и все необходимые бумаги оформляются в кратчайшие сроки. Агентство недвижимости «Согласие» – единственное в городе, которое примет в качестве первоначального взноса старое жилье клиента и поможет приобрести новое. Офис расположен по адресу Кувыкина, 1. Телефон для справок 3-00-85.